Георгиевская ленточка – это знак памяти о Великой Отечественной войне и знак благодарности ветеранам. Каждый год все люди отмечают великий праздник – День Победы. Георгиевская ленточка – не просто украшение, это символ победы. Черный цвет обозначает дым, оранжевый – пламя. Она называется именно Георгиевская, потому что был такой человек, святой Георгий, и он проткнул черного змея. Черное обозначает зло, белое обозначает добро. И Георгиевская ленточка говорит то, что все время добро будет побеждать зло. Когда мы надеваем георгиевскую ленточку, мы помним, мы гордимся, мы благодарим. Кто к нам с мечом придет, тот и от меча, и погибнет.